Во вторник в суде столичного сектора Буйуканы прошло новое заседание по делу депутата Марины Таубер о незаконном финансировании ее избирательной кампании на пост примара муниципия Бельцы в 2021 году. Свидетель, которого заслушивали сегодня, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Павел Пастика. Несмотря на жесткую критику множества экспертов и политиков по поводу того, как тогда принималось решение, ночью в спешке проходили судебные заседания и также наспех рассматривались так называемые доказательства, Пастика настаивает, что Марину Таубер, баллотировавшуюся тогда на должность бельского мэра, исключили из предвыборной гонки правильно. Комиссия электорала Централ, а аппликация санкционе. ЦИК применил наказание в виде аннулирования регистрации конкурента за использование незадекларированных расходов, незадекларированных доходов и превышение предельного размера расходов, разрешенного действующим законодательством. При этом Пастека признал, что партия ШОР представила отчет о расходах на избирательную кампанию, однако подчеркнул, что он поступил не в полном объеме. В интервью Пятому каналу Пастека отверг обвинение в том, что во время рассмотрения дела о снятии Таубер с избирательной гонки у адвокатов не было возможности ознакомиться с его материалами в полном объеме. А аргумент в подтверждении – то, что заседания транслировались онлайн, хотя как это могло помочь адвокатам, участвовавшим в этих транслировавшихся заседаниях, а само рассмотрение материалов происходило за считанные часы, не пояснил. Процесс был очень прозрачным. Остальные этапы процесса даже транслировались в прямом эфире. Соответственно, адвокаты и не один имели возможность ознакомиться с материалами дела, представить доказательства и высказываться в рамках прозрачного и законного процесса. Марина Таубер считает, что Павел Пастика занимается манипуляцией. Она обратила внимание на то, что запрещенную сейчас партию ШОР тогда лишили возможности проводить полноценную избирательную кампанию на выборах примара Бельц в 2021 году. По поводу избирательной кампании в Бельцах господин Пастека сказал, что мы собирали пожертвования наличными. Однако господин Пастека не сказал, что у политической партии ШОР не было открытого счета. За 10 дней до кампании этот счет был открыт. Почему этот счет не был открыт раньше? Он не сказал, почему ЦИК не настоял на том, чтобы в банках были открыты счета, и мы могли правильно получать эти пожертвования. Напомним, в 2021 году после судебного процесса, продлившегося 48 часов, кандидат от партии ШОР Марина Таубер была отстранена от участия в выборах после того, как в первом туре за нее проголосовали почти 48% пришедших на выборы избирателей. Таубер считает, что были нарушены ее право на справедливый суд, право на защиту и право избирать и быть избранным. Это дело Таубер и ее адвокаты называют политическим и, помимо абсурдности обвинений, ссылаются на отсутствие достаточных доказательств и спешку, с которой дело рассматривалось. Адвокаты политика обратились в ЕСПЧ. Следующее заседание по этому делу пройдет 5 июля.